здесь бы, конечно, 261-го сейчас. Вообще бы супер все было. Золотого коня? Нет! Вообще ничего, представляешь? Вообще абсолютно. Не, ну как этот? 6-го левела, так он... 115 прямым попаданием, нормально. О, Женя опять. Везучий съел. Да-да. Называется это визелин. Орет он, конечно, когда попадает, да? Попал, говорит. Попал. Так, а что у нас? Ну, картона вообще нету. Вообще нету картона. Не, голда это тоже нужная штука. Я... Александр, привет. Я прошлогоднюю голду потратил только в этом году. Буквально, когда это черный рынок там был, я вот покупал... Вообще, нафиг я там покупал этого... Как он? Где? Дома снаряд. Так, надо уже вверх сейчас чекать его. Так, давайте здесь уже. Вот он, 277. Так что с 277-то мне так и не ответили вообще. Виталий, привет. Всех с наступающим здоровьем. Спасибо, братан. Спасибо тебе тоже. Спасибо. Хрена себе, как у вас там все жестко. Брачные танцы. Косячный выстрел. Я уже потом вижу, что он зад вперед стал ездить, и что этот снаряд вообще полетит просто тупо мимо. Right. Спасибо за подписку. Держи пятюлю, братюля. Да-да-да-да. Так. Седой. Седой. Сейчас я тебе... Батик, 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 батик! Не пускаем батика. Я вот что-то вот так вот раз подумаю, и опять вроде мысль отпускает меня. Может сервак сменить? Давай двоих! Да куда ты летишь? А, вы видите вообще этот... Это куда снаряды-то падают? Ну это к сливу. Как правило, вот такие падания снарядов. Вы видели, да, куда он вообще? Я кидаю в одно место, а снаряд улетает просто абсолютно в другое. Это, скорее всего, ведет к тому, что будет слив. Скорее всего, у моих союзников абсолютно такая же история. Это что здесь такое? Сколько здесь танков, вы посмотрите. Давайте посчитаем сколько. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Путин ездит. Да Путин, вот это Путин. Так, что там с танками? Я не досчитал. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять. Девять танков здесь нормально так. Так, ждем, 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 ждем. 10 секунд, братан. 10, 10, 10. Сейчас вруну. Вот минусану, но, блин, сзади заезжает. Сейчас разведут его. 50, 120 приехал. Ой, хорош, забирай его. Ой, красава, сейчас затащим. Смотрите, сколько здесь. Здесь вся команда наша сдохла и их. Вот это да. Саня, какой урон в сумме считаешь хорошим? На десятке? На десятке? Дома снаряд. Мы сейчас про 10-й левел разговариваем. Или про другой какой-то левел. Так, что у вас там? Что за обнимашки такие? Давайте я сейчас батикам помогу. А, ну вы там должны, в принципе, справиться, наверное, или нет, нет, нет. Ладно, стой, все, 14 секунд сейчас я заберу. На десятках больше 4, да-да-да, все правильно. 4, 4 плюс. Так вот, наверное, как-то. У нас вот две беспомощные вот стоят вообще. Они еще с места, да. О, ё-моё. Повезло, что 263-й влупил в батов своего, короче, вот такая фигня. Санек, здорово. С тебя тоже с наступающим. Спасибо, спасибо. Сзади него разорвался снаряд. Я не знаю, что с этим 50-120. Он от меня получил снаряд, но... Что там было в конце, конечно, не понятно. Мокрый. Сухой он же мокрый. Слушай, этого попал. 13 секунд, сейчас повторю еще сюда. Батик, не лезь, или кто там светит его? Блин, нахрен вы вообще стреляете по нему? Сейчас заберу. Заберу его. Так, Яженька сейчас здесь где-то должна же быть уже. Я же тоже у них бесполезный овощ вообще. Вот он, вот наши два, и вот еще один. Нафига нам надо, я лучше здесь. Вот всю карту, всю вообще, весь бой. В чем интерес вот интересного такого проявляется? То есть он стоит. Хорош. Должно быть где-то в крышу примерно ему залетело.
Тут же еще зависит от карты. То есть от карты. Ты же из любой карты пытаешься максимально выжить, правильно? Максимально настрелять, максимально вообще все сделать. Но если какая-нибудь тебе там химки попадутся, карта, что ты там настреляешь? Там 4 ты... Это очень редко вообще. Ну, Париж, химки, да, вот. Сложно мне туда кидать. На коне я взял 3 отметки, когда его занерфили в хлам. Там еще кто-то на кусты встал. Вот на этих кустах еще кто-то стоит. Вижу цель. Да, вообще идешь. Вот сюда подожмется, я сейчас начну его кидать. Попали. Батик, ну он на КД же, забирай его. Нафига ты едешь? Вот нафига? Вот этой бату очень сильно повезло, что он был под оглушкой. Он забирал бы сейчас бата. Вижу цель. Ребят, спасибо. 270 рублей кто-то закинул на Сбербанк. Спасибо огромное. Спасибо. Санек, это ты что ли, нет? Санек сухой. Спасибо огромное. Так, ну и вот здесь кто-то на кустах стоит. Вот здесь вот. Читер, видишь? Я просто читер. Хлесь! Это жесть! Вообще, вы видели это? Нет. Спасибо, Санек, спасибо. Это сколько их здесь? Это ж... Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять. Это 10-й там. За это лайк можно поставить, 100%. Это капец нам. Бат, ты чудишь. Показывал же, что стрелять буду. У меня 4 фрага. 4 фрага. Так, 50-120. Я не такой уж сильный большой урон нанес. Так что... Сейчас они пытаться будут высвечивать. Хотя ХЗ могут и на гору поехать. Да, он шустрый. Санек, спасибо тебе огромное. Спасибо. Вон он где. Вертухан, короче, кидаю я. 5 фрагов у меня. 5 фрагов на арте. На коне. Вон он где. Я у народ, теперь он на ртовод. Так, ждем примерно. Что мы ждем? Каких-нибудь поломок. Не удивлюсь, если он здесь. То есть это, скорее всего... А, так 2 секунды, ё-моё. Нету там его, да? Ну, потом посмотрим, зацепил я, нет. Ну и снаряд куда-то пошел прям. Самый угол. Вот надо было куда-нибудь вот в это место. Не исключено, что он был там. Санёк, спасибо тебе огромное за поддержку. Спасибо. Женя, привет. Ни одного вообще. Мастерос. Вообще ни одного. Мастер. 4800. Вот это хороший бой. Лукосик, стоит давануть. Гору. Ни одного Женя вообще абсолютно. Вообще ни одного. Так, а ну-ка, попалка я по нему или нет. И еще меня интересует 50-120. 600 я ему накинул, а в этого М53-55 не попал, значит он либо где-то развернулся и начал как бы смотреть в мою сторону. Так вот так.